Ситуации бывают самые разные. И вот одна из таких ситуаций, когда можно рискнуть, можно не рискнуть. Да? Если бы мы отказали этому пациенту в операции, наверное, нас никто клинику не стал. Но мы обсуждаем это с пациентами, говорим с родственниками, предупреждаем, что возможны риски осложнений с опущенной патологией в том числе. По прогнозу, давайте сейчас еще по лечению закончу. Значит, следующий вариант лечения – системная терапия, системная химиотерапия. В настоящее время и вообще системная химиотерапия претерпела ряд, как бы скажем, этапов в своем развитии, как нам представляется, от классической системной терапии, которая и сейчас используется, например, препараты платины, другие. Не нужно запоминать. А дальше идет таргетная терапия, когда имеется мишень, имеется, например, мутация определенных генов, приводит к гиперэкспрессии рецепторов, активизации клеточного деления и так далее. Вот препарат, который блокирует пути активизации для деления клеток, называется таргетная. Для того, чтобы их назначить, должны быть показания молекулярно-критические. Такие тоже используются широко при раке легкого. И, так скажем, последнее направление в настоящее время самое современное – это иммунотерапия. Кому интересно, почитайте. Это не, как бы скажем, классическая иммунотерапия, но очень интересное, скажем, направление. И многим пациентам сейчас назначается иммунотерапия. Но, правда, в рамках протоколов, потому что это хорошие препараты, и пока пациент получает в рамках международных протоколов. Что касается выживаемости. Значит, выживаемость, скажу в общем, схема такая, что чем меньше стадия, тем лучше выживаемость. Согласны? Да. При первой стадии 5-летняя выживаемость примерно 70-80%. При первой стадии. У многих пациентов возможно полное выздоровление. И с нарастанием стадии выживаемость падает. При второй стадии она примерно 60-55%, при третьей стадии 25-35%. Показатели 5-летней выживаемости. Но вы должны понимать, что это все очень условно. Это в целом на группу, еще раз говорю, огромное значение имеет гистологический тип, стадия болезни и так далее, биологические особенности опухоли. Если у вас нет вопросов по этой теме, мы разберем следующую тему – рак пищевода.